В летнее время Управление культуры Славянского района, Межпоселенческий центр методического и технического обслуживания учреждений культуры организует выездные районные творческие мероприятия на детских досуговых площадках, в домах культуры, в сельских клубах нашего района. На одном из таких в Протокском сельском поселении побывали и наши корреспонденты. С начала лета в Славянском районе организуются выездные концерты творческих коллективов детских школ искусств «Хоровод детства». Выездные программы «Агитбригад», «Здоровье, молодость, успех» городского дома культуры Славянска на Кубани. Обменные творческие программы «Детство – это я и ты» учреждений культуры поселений. На этой неделе в сельском доме культуры Протокский с большим успехом прошел концерт детской школы искусств Станицы Петровской в рамках районной акции «Хоровод детства». Всех собравшихся ребят и их родителей, жителей поселения поприветствовал исполняющий обязанности главы поселения Сергей Шестопалов. Разрешите поздравить вас в лице администрации Протокского сельского поселения с началом летних каникул, пожелать вам удачи, крепкого здоровья и приятного отдыха. На празднично украшенной сцене выступили творческие коллективы и солисты детской школы искусств Станицы Петровской. Все участники концерта выступают в одной вокальной группе «Ладушки». Анастасия Асташ занимается в этой группе уже 5 лет. Мы упорно готовились к этому концерту. Мы каждый день пели песню по 5 раз, по много раз очень пели. Мой коллектив очень прикольный, мне нравится в нем петь. Татьяна Леошко на этом концерте выступила не только в качестве участницы группы «Ладушки», но и в роли ведущей. Но все же предпочтение она отдает больше пению, ведь этим видом творчества она занимается с самого детства. Ну, я хожу на вокал уже 7 лет. Мне очень нравится. Я пришла сюда, когда мне было 4 года. И я сначала побаивалась, а потом я уже выросла, и мне захотелось сюда ходить. В первую очередь эти акции направлены на пропаганду здорового образа жизни, организацию летнего досуга детей. Выездные концерты творческих коллективов детских школ искусств нашего района будут проходить в течение всего лета. Кабачевская, Александр Косицын. Программа «События».